Пошмота вообще, все нахило. Ладно, тогда хил. Пускай Халк раздаст кресты, ебать, что так сложно, что ли? Ребята, Валера... сколько как ролить? Слышно, нет? Алло, алло. Да, да. Все, встали, все в звездочку бьем. Лутер на Валере. На войне. Вот, лутер. Эти шипы убили. Это карма, блядь. РДД, разверните сзади шип убийцы. Давайте, встали, все кучно. Кучно, встали, звездочку все. Здесь просто паладин. Доп, ЕП. Я ничего не помню, блядь. Меня слышно или нет? Слышно, вплодят все. Сейчас мудно. Ну так закройте все рот свой, блядь. Че вы базарите? Давайте, танки разбежались. В лужах не стоим, не дохнем. Все, давайте, бить. Становитесь все кучно. Будут шипы через 5 секунд. Встали все в звездочку. Давайте, разбили шипы. Давайте бьем. Все, добивайте. Кстати, забыл сказать, Хазарак на Ай. Войт, на тебе лут. Слава, ты там или разроливали, или да, я разролил. Где протопаладин у нас? А я тебе дал лутера, конечно, его разрывал. Хорошо. Сейчас, сейчас, присмотрите, блядь, что-то не так сделал. На танка наручи ролим. А, стек, можно? Вот он не оставили, да? Сначала на мейн ролим. На мейн ролишь или нет? Да, лит лайв. На мейн? Да, я писал. Да, не слов там оставили. Да, есть. Ну все хорошо. Кто ушел или кикнули, хуй знает. Панцирь ролим. А я не вижу, кстати, сколько лута. А он там есть. Да. Да. Ставь добычу, кажется, там все пускай забирать скол. А кто у нас ушел? Ставь. Ку-ку, Вася, рогай, кто? Валера. Так он сам ушел или его кикнули? Слава, поставь сам за себя. А, Валера, поставь сам за себя. Потому что тот, на ком первым лут был и должен был отдавать. Все забрал. Вы же поменялись. Все, может это не оставить. Они что, адмиралом, что ли?
фланточку разброс. Подождите, по минуточку. Смотрите, пожалуйста. Сейчас бой у нас идет. Давай, протопал, веди второго уже. Там. У нас нет протопала, блядь. А, понял. Там, короче, распределитель это забрать его, что там сбоку было. Когда будет крест на хантах уже, блядь, вообще? Просвященный тверка вообще или нет? Где-то там? Валера, поменяй лут или Адайрал, или не знаю, что-нибудь. Так, я выбегаю. Давай мы попить еще. Локи, ставьте шкаф. Калок, блять, протопал, не может разбафать кресты, я хуею. Да меня только добрали, у меня нет до бафа, нет, сам посмотри. Давайте, меня присмонили и сбулили сразу. Пробафаться быстрее. Че бафать мне? На трэше можно все разбафать. Ну, у меня ман не было. Void каски бафает. Litlife бафает кулаки. Холипал бафает кресты. Саву смотрите. Просвященный, давай, там тоже бафы или прот, или помогает ему каски добавить. На и каски добав. Давайте, 300 баф, там инту. Все, там чик-чик-чик, мистер, блядь. У нас Гринсокс на маунте сидит, там. Вообще. Гринцов, спек не ставу. Я спек делаю. Все, все готовы, да? Я понимаю. Пуляем по пулу. Суки уроды. Ладно, давайте. Протопал, занимай позицию справа. Ловить нужно будет трэш. Все, давайте, переключились в трэш, бьем. Бьем леди, контролим сову, контролим сову. Паладин с леди капли. Киньте на кого-нибудь, на танка. Сейчас будет трэш. Давайте немножко стопанем леди, убьем трэш и потом, да, переведем. Все, не бейте, добивайте трэш. Ты не в силах противиться моей... Контрольте вам. Все, переводите. Добейте слева трэш, не только. Давайте, рост там. Или все откатился там. Он на ребре, по-моему, роста не было. Контролить сейчас нужно будет. Вот. Контролим лайва. Не убейте. Жалба была, отлично. Выводи свой же босса. Дух летит. Внимательно, не сдохните никто. Три кнопки ты духа взрываешь, но от них нужно убегать, понимаешь? Все отлично. Неизбежно.
Ролим тапки. Кольчужные. Никому не надо, я понял. Запад. А не боишься, поешь. Да. Так, кто там? Вот я. Тогда 97. Калк 398. Так, калк представляет. Да? Так. Ребята, нужно было на осколки анрол. Я что-то пропустил, пока меня не было. У нас очередь на осколки. А где? Я ее не видел никогда. А в ВК в группе есть. А, я не был просто. Ну, посмотри, пожалуйста. Понятно. Так, сейчас я релогнус. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Дело, спасибо. Клиент вылетел, сука. Долго. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Как жизнь? Пушку сняла. Так, звонить мне ты не сможет. Ты же еще не зашел. Ну да, сейчас зайдут звонить. Блять, опять тебе не отвечаю. А, нет, все нормально. Все, смотрите. Или там уже бой начался у вас? Ну, уже запустили, а порта нет. О, отлично. Следующая заморозка. Остается 8 секунд. Приготовились в рот ДБ. Для того, чтобы перелететь и бить мага. В рот ДБ на первой. Давайте вышел маг, в ДК лети, ловим Мурадина, бьем мага.
Отлично, милики, можете уже уходить. За звук. Давайте сейчас будет, нужно будет перелетать. Готовимся, перелетели. Ой-ой. Вот упал, старайся держаться. Серьезно. Включай эту часть правильную массовую. Как пингвиня, точнее, на трэш. Все отлично. Гони тогда мах с пушек. Я знал, что я номер один. Давайте запускайте сразу сука. А упс. Давайте. Плащик. Наручи. ДТшные ватные. Может сверху побьем? Блин, а я могу плащ паролить, я пропасал. Хан, зачем тебе? Ты не можешь носить. Кидай мне. У меня как раз с интеллектом. Так, тапки кожаные там, на друида. Стрелок прям у нас. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее. Давайте там. Смотрим на свои бафы, если что-то какой-то не хватает. Хотите нужно прикол? Вам обновить. Знаете, сколько у меня меткости сейчас? Давайте кто-нибудь угадает. 666. Что, сверху бьем эти смерти? Роль по мейн. Поместите двух танков в одну пати, чтоб это, надо сейчас сам прикину. Чтоб удобно было просто им видеть. Сверху или снизу бьем? На лестнице танчить. Да, где хотите, можете на лестнице танчить. Давайте на лестнице. Давайте возле двери. Сегодня я испугал. Доктор аж вас сожрал. Готовимся. У нас осталось 17 секунд до пула босса. Наверху штанчик, да? Да, танчик. Нет, это варанец. Деру только не давайте на КД. Эх, на мол 30 секунд ждет, ну ладно. Так, танки, что у вас такое? Ну зачем? Договорились, танчик на лестнице, зачем быть было там? Да. Внимание, будет трэш, его нужно убить. Рекордно быстрое время. Хорош, да? Да, давайте раз. У нас 4 вар, как думаете, сколько раз раскол стак надо? Вообще сейчас один. Половину, может, заберешь? Не, отражение пишет постоянно. Давайте, будет трэш. Нужно бить. Бьем.
справились с этой задачей. Значит, у меня раги постоянно нет, блядь. Сейчас будет трэш, не можно добиться. Все, отлично, идите, открывайте портал, не стоит этим балом не торгуйте. Ничего, летите все к своему дуку, блядь, увидите, что повыпало. Че вы все летите вот? Интересно же. Плащ роля. Печенька, защитник. Воин, охотник, шаман. Никому не нужна? Давай, выбирай. Так, покоритель, разбойник, ДК, магдруид. Все, идем туда. Может, в центр пойдем сразу, как есть? Портуйтесь все, не стойте там. А что там, линканите по этим усмирительным, что там? А сколько? У Ханта Хмели, Хмели и Цуни, если это ИГС у него? 4К. А, то есть он 3К дал ДПС, это нормально, понимаю. Да, не меньше своего гера дал. Ой, ДТО 6,7. Давайте, бьем точечную звездочку. Еще одна валя, смотрите. Давайте силы захиливаем. Диспельте вальку. Диспель. Не переживай, диспель. Бесполезно, надо. По кастами хилит. Да куда ты ее повел? Отводить надо, слышишь. О, отлично. У нас ханты АФК, да? Порез хила нет. В смысле АФК? Передергивается. Давайте, бейте точечно быстрее эту задницу, блядь. Диспельте, вальку остану. Диспель, диспель. Его прямым кастом кто-то хилит. Там аура хилища. Отводи. Ну, давайте, забивайте уже. Все, отлично, мы справились. Теперь заливаем эти кутуху. Бедный мой FPS. Нормально, 12 кадров в секунду. Я почти даже карты 90 градусов сейчас. 26. Бля, я почти вижу даже, что я делаю. Хильте, хильте. Кто полосат тогда?
Блять, крышу лить не можем, че за пиздец. Ну а зачем две лаги сразу согрели? Потому что все завлагали, видимо. Давайте разведем хоть что-нибудь, потому что аур 4 штуки, блядь. Ого, хпшник, пробивайте. Блять, пиздец какой-то, блядь. Уже лича можно было убить. Все, это вайп. Так как, ну да, у меня маны нету. Саба, залей маны. Да, все, уже сейчас убьем. Ману маны, пожалуйста, залей Хазара куда. А то мы упадем точно. Это первый раз такое, блядь. Да просто. Да не блядь, первый. Как ну вы нахуй, две вальки агрите, блядь. С рейдом вагона. Я уже закончил. Так заходи, если вот должна взять. Знаю сейчас, на кого заходить. На друга. Ты все на миллика упала. Ну чего, я не знаю. Гнали, там, давайте сначала, пускай хилы топьют ману. Ступни на миллика упали. И шея на миллика, и кольцо на миллика. Я ничего не взял, чистец, зарядку пошел. Это где? Я тебе говорю. Раз, 25 хм. Не, зачем ты ходил? Хотел забрать мокин, да. Давайте, там все готовы? Хилу, если мана есть, то погнали дальше. Под сракой стойте, чё вы? Чё вас бьёт, милики? Лужа разбивается. Ребят, какая там лужа? Чумное облако, 7000 урона от силы природы раз в 3 секунды. Да? Силу раньше вроде не было. Было всегда. Тащите их сюда, не идите туда, пускай они сюда придут. Испыльте. Потом опять папой, блять. Да, кстати, у кого это? Давайте, будет? Слава, давай, у меня пиздец. Давайте, давай. Маки там кольцо холода. После чая не упал, хватит папы. Другой паладин там нет и без. Копар говорит, это заходи. Да сейчас, говорит, дела были. Да какие дела, котелки все равно не дадут, блядь. Всегда ясно по папе. Он плюсует, что нам. О, гильдии там. Чё там? Валера? Цербер? Да, чё такое? Чё вон плюсует хатал? А, да, точно. Давайте, становимся все к стенке в уголочек зажимаемся, чтоб нас дебилов не откидывало. Давайте. Жаль, у него клива нет. Давай, ДК, веди протопалку сюда, пускай его ее заливаем.
Все, идите назад. Давай, агрите левую собаку, отходимся туда, в комнату. Все в звезду встали. Давайте, сюда идем. Давайте в звездочку. Иди собаку. Встали все кучно. Забирай, забирай. Блин, шаман давно мог прилететь. Отлично, захилите рейд. Стойте здесь, пускай сейчас там крита приведут. Чем я так активировал ловушку, куда он собаку оставил? Давайте, идите сюда. Паладины по очереди, давайте, гнев небеска трэш выходит. Забирай. Ну, давайте, стан. Я не даун, там забери оборот. Давайте встаньте. Отлично. А гоблинов, которые на хмельном фестивале, кто озвучивал, интересно. Да, прикольно, там такие собаки травят. Да-да. Все, погнали. Обработку накладываешь, на похуй озвучишь. Слышал, без, без обработки такие голоса есть. Умеют делать. Старики в основном это делают. Да, там как озвучат каких-нибудь персонажей, там, гунт как те же. Ну, он как Губка Боб, как Костеричка ржет, там же дедок озвучивает ему. Шанану присуманим? Давайте встать в шкаф. Интересно, а кто текст придумал про нападем на них сзади? Какие-то гомосеки. Лок, ставь шкаф, ковбой, тыкайте, все, смоньте. Тыкайте в сумму. Давайте квадратику все фулбафы. Так, у кого-то есть там из вас ШП? РДМ? МП5 друидом. Пекайся. Калк тоже с перкасси в ДД. С Хазраком, с Рудеусом твоим захилить. Ты прежде чем ману мать, о, все отлично. Все. Крисликс, нельзя нас там роли друг на друга, все, короче, погнали. Давай, ДК, начинай. Ну,
еще на рейнджи. Давайте, рост, давайте, все. Станьте все кучным под босса. Рост. Рост дайте, шаман, блядь. Успокойтесь, успокойтесь. Слишком много людей чего-то хотят, да? Давай, перебежали, отбивать дни. Большого слизня протопал, забирай. Не танчи его, бегай от него по кругу. Он будет больно бить в обновлении там сильно. Сагривай его и бегай. Еще один большой слизень, забирай его. Моста вот не надо забирать. Бабл, слава Дми. Первый день паладином играю так-то. Баба, божественная защита, короче. Розовый значок такой. Божественный щит. А то я не знаю. Все, отлично. Травму ролим. Народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море. Так, перчатки. На кота Фурика там. Никого не нужны, что ли? А кидай висут этому Гринсокс, ему все надо. Не, я задумал одевать, конечно, кота, но сначала Саводин. Ну и хила вон, шлем ему как раз шапку на хила. Он же говорит, что у него фигня. Хилом я не буду играть. Будешь. Да. Нужна кому-нибудь? Ты же сам говорил, у тебя R2 Гринсокс. Снайк, тебе не надо, что ли? Нет, у меня есть уже сова и полен. Я хотел котов поиграть. Я думал, кто будет. Давай, Хан, включай ауру, побежали быстрее. Не тупи, не стой. Дайте магенту. Так, чек на готовый. Два эти сносим, блять, скорые. Вот. Хоть к шаману хуяну. Давайте, начинаем. Давайте, спорки. Разнесли. Тут две споры в миль стоят. Мильки. Ну надо, чтобы кто-то выносил.
Виталику, ну ты вот видишь, что на танке вот сколько ее нужно было вынести от КРДД, вот. Понимаю, что ты там дамажишь, конечно, там все дела. Ладно. Но вообще-то выносят танк обычно, который не танчит. Просвещенный танчик. Ханс, Хмелев, Сунели. А что ты забрал-то на самом деле? Тут спорку не нести. Лол, блядь. Да ладно. Заберу у него 8-го брата. Если доживет, блядь. Давайте споры сбежались там. Ну или он сам. Потому что тебя так пробивает, паладин. Пипец. Ты что, тело покинул? Протопал, готов давать сакру. Давай сакру. Жмем свои дефобилки. А в маны нет. Давайте быстрее, Семислав. Залил просто шарману. Ты знаешь, протопал, что жутим бабам с тобой стаки. Блять, я не протопал. Нет, я просто говорю. Протопал. Давайте. Шею. Нахила. Бегите к туда, к профу, ставьте шкаф, меня смотреть. Не стойте тут, не втыкайте вглубь. Пояс с духом. Такой тканевый. Квест дайте кто-нибудь. Антис, дайте квест. Мне тоже надо эту фигню нахила. Ж говорю, мне все. Давайте, танка пояс прибисываем. Давай на уф. Нет, это на мейн. Вот лет лайф на мейн рот. Кому не нужна? О, на какой спектр ролишь? Знаете, кто-то квест, потому что я бегу за квестом, я его не сдаю. Могу сдать, давай, приз тут. Сейчас приз сдаст. Че, брали квест? Да. Ну чё на мне стаки? Папа. Всё, собрал осколки, шем собрал, да? Ну потом сдам, после правки. Ну отлично, кому кто следующий на осколки по очереди? Бегу стоять. Тыкайте в пару смог. Чё, шем сделал? Да, всё. Кто следующий на осколки по очереди? Град. 500 душ осталось. Сейчас, ладно, зайду посмотрю, блядь. А то вот что у меня сумонит. Ну да, как походу туда? Сейчас быстро поставь следу, секунду. Махновите кулаки. Тыча престон, 9к на хиле. На ловушке. Кто в кулаки бахает?